Всем привет, с вами Дэвил, и это обзор на игру под названием Brawlhalla. Для начала мы рассмотрим вот эту вот менюшку. Local. Touchpad, это, скорее всего, тут можно создать свою группу из трех человек. Ну, скорее всего, против друг друга там можно играть. Тут синглплеер, то есть с ботами игра. Online. Вот, онлайн мне больше всего нравится. Custom. Custom online я толком не знаю, что это такое. То же самое, скорее всего. То, что и онлайн. Ну и ранговый бой. Тут 1 на 1 и 2 на 2. Тут командный бой получается, ранговый. Так, также тут есть вкладка аккаунт. Тут наш уровень, наш прогресс. Ну, тут написано, сколько нам золота дадут за следующий уровень. Тут инвентарь, тут можно все поменять. Пока что у меня тут ничего новенького нет. Тут наши герои, которые открытые. Здесь... Не знаю, что это такое. Вот Европу, скорее всего, поставлю. Это регион наш. Я думаю, настройки скоро поменяются. Ну, тут у нас реплеи, то есть записи прошлых игр. Не знаю, может кому-нибудь это нужно будет, но мне лично не нужно это. И удалить, к сожалению, их нельзя. Пока что тут нет русского языка. Это, конечно, несущественный минус. Так, тут также есть у нас магазин. Естественно, тут есть донат различный. Я вот не знаю, что вот это вот все такое. Надеюсь, это все меняет только внешний вид. Вот тут вот можно приобрести героев. У меня пока что мало золота, чтобы какого-нибудь купить там скины. Ну, скины для различных оружий, то есть вещей, тут айтем, эта вещь. Так, анимации, все это за донат. Ну и Special Colors. Это у нас, скорее всего, цвет скина, скорее всего, белый или черный. Но это не важно. Жанр у этой игры у нас вроде бы ММО, такой 2D экшен файтинг какой-то получается. Ну что ж, так, а здесь у нас ежедневные какие-то миссии, здесь у нас френд-лист. Ну, и здесь настройки. Как видите, настроек графики нет. Тут можно на баги пожаловаться, скорее всего. Здесь история персонажей. Вот это вот очень хорошо. Это не в каждой игре может встретиться. Новости тоже можно почитать. Ну что ж, давайте перейдем к самой Online. Игре. Онлайн. Здесь можно выбрать персонажа. Сейчас нам доступно 6 персонажей. Я не знаю, они потом исчезнут или нет. Что-то мне кажется, то, что они меняются. А может быть и нет. Скорее всего, это стартовый набор такой. Тут можно поменять скин, лицо, оружие, там всякое. Ну, это все внешний вид, чтобы отличаться от других игроков. Вот мне, например, нравится вот этот персонаж. Сейчас Брэн. Его сыграем. Брэн какой-то. Вот у нас пока что ожидание. Сейчас у нас начнется сам бой. И вы все увидите. 3, 2, 1, Brawl! Brawl! Вот, нужно им всем накостылять. У нас на это определенное время. Да.
буду отвлекаться на них. О, подудел туда и все. И вызову какую-то. Вот такую вот файтинг. Тут все в основном в ближнем бою у нас происходит. Мне кажется, нужно музыку немного убрать и вот эту все. Просто так потише сделать. И мне пофигу то, что я проигрываю. Самое главное показать, что тут будет так. Я люблю лупить всех на кнопки мыши, то есть на левую и на правую. Правый это у нас очень сильный удар, на левую простой удар. Они отличаются, скорее всего, скоростью и силой. Ну а так я, честно, не очень в этом разбираюсь. Ну, вроде да. Вроде бы за пранка, но... Ну что мы видим тут? Два пацана с молотами пытаются нас перебить всех. Вот один вот забрал вещь. Сейчас я тоже поделаю и всех достали. Так, еще я на shift применяю то ли уклонение, то ли ускорение. Вообще непонятно, что это такое. Но... Вроде бы это уклонение какое-то. Ну-ка, давайте-ка применим. Пытаемся. Хотя бы. Не знаю, что это такое, но я на shift жму. И мне это многое дает. Ну, также тут стандартное такое управление, VSD. Тут есть даже альтернативное еще управление. Также есть еще анимации различные. Вот на единицу можно проигрывать. Я думаю, вы уже успели видеть, если нет, то вот. Вот эта анимация. А, моя граната. Играем пока что по фану, мне так удобнее. А то я буду отвлекаться от разговора. Самое главное — отправить игрока в нокаут. Если вы видите то, что он красным горит, когда по нему бьют, значит его можно будет добить. То есть бьете по нему, он улетает. Вот такие вот правила. Так что тут можно прыгать на пробел. Это, я думаю, так понятно. Фон тут просто вставлен, это такая неанимированная картинка. Тут, в принципе, все без анимации, кроме вот этих вот оружий, которые там лежат, видно. Вот, у этого чувака красный скин только что был. То есть я его покоцал очень сильно, и его можно было добить. Я, кстати, оранжевый, потому что у меня половина здоровья осталось, все. Единственное, что тут не помню, я не могу следить за своим героем. То есть камера, она как-то сфокусирована на всех героях. Мне это не очень нравится, но она очень простенькая. Весит очень мало. И она подходит для слабых компов. Думаю, мы тут немного пробежались. Тут также есть характеристики героя. Это сила, скорость атаки, защита и скорость бега. У некоторых персонажей все более-менее сбалансировано, у некоторых дисбаланс полный. У кого-то защиты мало, у кого-то много, ну и так далее. Там в магазине тут есть различные легенды. Так, я тут просмотрел уже одного героя, у него очень много силы, мало скорости атаки, защита нормальная и скорость передвижения тоже в норме. Вот
Я на него, скорее всего, буду копить. Про остальных не знаю, это вообще кто у нас. Вот этот вот быстрый какой-то каджит из Скайрима. Асури. Вот про этого не знаю, Лючин какой-то. А, Люцин. Ну, в принципе, тут что еще обозревать-то? Тут нечего уже обозревать. Промокоды всякие тут. Не знаю, где их взять. Надеюсь, я все уже просмотрел. Онлайн. Также тут в онлайне есть Game Settings, то есть это игровые настройки. Есть приватные, есть публичные бои. Ну и где сервера у нас расположены. Вот это почему-то я вообще не могу трогать. Вопрос, почему? Ну ладно. Я думал, это все можно как-нибудь так настроить, но нет, к сожалению. Такой возможности тут нет. Бравлерс. Это не знаю, что такое. Ну что ж, получается, я тут уже, в принципе, все показал. Но вот эти вот 4 таких режима, сами посмотрите. Здесь и так понятно, это игра с ботами. Это группа. Групповая игра какая-то получается. Тут у нас кастом онлайн, ну то же самое, что и онлайн, скорее всего, только там кастом, не знаю, там что-то по-другому сделано, скорее всего. Ну и ранговая битва. Ну и все, на этом с вами буду прощаться. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а с вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока. Это был обзор на игру Brawlhalla.